Рынок северный. Одновременно здесь работает порядка 1000 человек. В поисках мигрантов, осуществляющих незаконную трудовую деятельность, сегодня здесь проходит настоящая операция. На входах и выходах дежурят специалисты внутренней охраны, а сотрудники полиции проверяют документы. Рядовые мероприятия проводятся два раза в неделю с привлечением казаков-дружинников, сотрудников отдела по вопросам миграции, отдела МВД по городу Анапе, участковых уполномоченных, сотрудников администрации. Процедура проста и много времени не занимает. Продавца просят предъявить разрешительную документацию на торговлю и документы, удостоверяющие личность. Большинство беспрекословно выполняет требования стражей порядка. Однако есть и те, кто ни в какую не идет на конструктивный диалог. Вы понимаете, что вы сейчас сами себя проблемы? В итоге проблемы возникли у самого продавца. Паспорт оказался порванным. Здесь в силу вступают нормы, прописанные в статье 19.16 Кодекса об административных правонарушениях и штраф от 500 рублей. Участковый выписывает протокол. К слову, не считая порчи паспорта, у этого продавца все документы оказались в порядке. Для чего было устраивать конфликт, непонятно. Не нашла комиссия проблем с документами и у других работников рынка. В ходе рейда нарушения миграционного законодательства выявлено не было. По итогам работы межведомственной группы за первое полугодие 135 иностранных граждан и лиц без гражданства были привлечены к административной ответственности за незаконную трудовую деятельность. Кроме того, 94 юридических лица были привлечены также к уголовной ответственности, наложены судом штрафные санкции за привлечение иностранной рабочей силы на различных объектах нашего города. Всего с начала этого года сотрудниками полиции было составлено более 800 протоколов за нарушение миграционного законодательства. За это же время на родину было депортировано 143 человека. Рейдовые мероприятия пройдут и на других объектах города. Руслан Душевский, Анапа регион.